С праздника знаний стартовал и новый учебный год в областном колледже искусств. Торжественное мероприятие прошло в стенах филармонии. Этот год для сотрудников и студентов колледжа примечателен еще и тем, что учреждение предстоит отпраздновать 120 лет со дня основания. К юбилею учащиеся уже провели 8 отчетных концертов. Творческие номера студенты показали и во время праздника знаний. Гордость колледжа – это его ученики. Среди выпускников учреждения – звезды мировой оперной и балетной сцены. По словам руководства, в юбилейный год будут больше внимания уделять отношениям между филиалами колледжа. Учитывая, что мы уже вот как год живем огромной большой семьей, уже в нашей структуре не только колледж культуры, но и 4 филиала, конечно же, в первую очередь объединить все эти усилия, выстроить отношения, выстроить как бы процесс, что уже, в принципе, уже происходит. Это как глобальная такая задача. Конечно же, повышать уровень профессиональный, придавать образованию креативность.